Всем привет! Думаю, что сегодня мое видео будет актуально для любителей цветоводов. Сегодня на обзор у меня вот такое прекрасное растение Каланхоэ терсифлора. Он у меня уже принял душ. Очень любит это растение опрыскивание. Производить его желательно до обеда, чтобы у нас не было попадания солнечных лучей, чтобы не вызвать ожоги на цветке. Цветок предпочитает температуру минимум 10, максимум 16 градусов. Любит яркий рассеянный свет, не переносит прямых солнечных лучей. Максимум, сколько цветочек может выдержать на солнце, это 4 часа, после чего он просто погибнет, сгорит. Предпочитает западные и восточные окна. Если же у вас окно южное, желательно его притенять, чтобы не получить ожоги. Имеет цветок вот такие громадные округлые листья, плотные, серо-зеленого цвета. Иногда окантовку имеет красного цвета. Чем ниже температура содержания, то цветок может у вас полностью перейти от темно-зеленого в бордовый цвет. Это нормальная реакция его. Вот так вот он выглядит. Кстати, имеет специальный налет. Вот смотрите, я вам покажу. Убирать его, удалять ни в коем случае не нужно. Это тоже своего рода защита. Защита от солнечных лучей, от ожогов и от различных заболеваний для цветочка. Так, что еще я хочу сказать? Поливаем цветок только отстоявшейся водой или фильтрованной. Летом это можно делать 1-2 раза в неделю, зимой 1 раз в 2-3 недели. Заливать цветок ни в коем случае не нужно, потому что мы сразу получим паутинного клеща и гниение корней, и в дальнейшем, что результат, гибель растения. Цветок лучше всего располагать в детских комнатах, так как он не колючий, благоприятно влияет на атмосферу комнаты, поглощает негативную энергетику. Также цветок не имеет никаких ядовитых веществ, что очень-очень хорошо и безопасно для детей. Вот такое вот прекрасное растение. Очень простое в уходе, несложное совершенно. Особенно для начинающих цветоводов, и даже детки за ним смогут спокойно и легко ухаживать. Приживется этот цветок в любой квартире. Также это растение очень хорошо переносит сквозняки. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем всего хорошего и до скорых встреч!